За 9 месяцев текущего года в бюджеты всех уровней поступила сумма в 1 миллиард 676 миллионов рублей налоговых платежей. Из них в бюджет Новочебоксарска 270 миллионов 680 тысяч рублей, что составляет 105% к соответствующему периоду прошлого года. Основную долю налоговых поступлений составляет налог на доход физических лиц. Его доля в городском бюджете за 9 месяцев 2015 года составила 48% и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6,3%. Улучшилась ситуация с задолженностью по налогам. Сегодня в инспекции трудится 90 государственных служащих. Средний возраст работников – 38 лет. Коллектив работоспособный, добросовестно и ответственно исполняет долг перед государством. Результаты нашей работы, достигнутые успехи, стали возможными благодаря профессионализму работников. По традиции, в день профессионального праздника наградами различного уровня будут отмечены лучшие работники. Слова благодарности заслуживают и законопослушные налогоплательщики. Роль налоговых органов для жизни страны сложно переоценить, ведь они являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, гарантом экономической безопасности власти, обеспечивая, к тому же, реализацию экономической и социальной политики. И, конечно же, грамотная и эффективная работа налоговых органов обеспечивается высокопрофессиональными и опытными специалистами, которые и отмечают свой праздник. Поздравляю с праздником коллег и ветеранов налоговой службы. Желаю вам счастья, семейного благополучия и новых успехов. Елена Фирсова, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.